Кубок мира по ралли-рейдам – длинным гонкам. В 2020 году насчитывает 5 этапов, которые пройдут в Катаре, Эмиратах, Казахстане, России и Марокко. Первый этап состоится уже с 22 по 27 февраля. Штаб гонки будет расположен в спортивном комплексе «Ласаль», недалеко от столицы Катара – Дохи. Общая протяженность гонки составит 2200 километров. На 5 гоночных дней – придется 1426 километров зачетной дистанции. И это при том, что ширина полуострова, на котором находится Катар, с востока на запад составляет всего 100 километров, а длина с севера на юг – 194 километра. Штурманы называют эту гонку «ночным кошмаром». Это самая сложная гонка с точки зрения навигации. К тому же дорожные книги будут выдаваться каждый день за 15 минут до старта. 22 февраля пройдут административные и технические проверки. Брифинг участников, пресс-конференция и вечером состоится торжественный старт в очень колоритном месте – Сук-Вакиф. На этом своеобразном восточном базаре в стиле модерн можно купить даже соколов для охоты. 23 февраля гонщики проедут разминочный спецучасток длиной 170 километров, а вот на следующий день уже будет полноценная рейдовая дистанция – 317 километров. 25 февраля спецучасток – 340 километров. 26 февраля – два спецучастка – 225 и 121 километр. А в заключительный день, 27 февраля, участники преодолеют 253 километра. Вечером состоится церемония торжественного финиша. Мы будем следить за гонкой и освещать ее в телеграм-канале Cross Country Rally. Репортажи будут выходить на нашем YouTube-канале Макси и Амели. Подписывайтесь на нас и следите за гонкой.